Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Так, закончился турнир. Лига Сёгунов 3 звезды. Все-таки меня скинули с Лиги Мастеров. Ну, это понятно, ребят, я работал. Плюс еще я приболел. Короче, работаю приболевшим. 45 платиновых осколков, да, я получил. Так, забираем здесь награды. Ну что же, сегодня у нас вторник, ребят, я пошел на короткий выходной, и поэтому понедельничный буст у нас не вышел. Опять же, из-за работы. Так что сегодня будем пробиваться, не знаю, правда, куда и как, и что у нас из этого получится. Так, ну сначала ежедневки. Так, пройти серию испытаний. Ну давай вот здесь вот пробежимся. Раз, два, три, четыре, пять. Как обычно, ребята, нос заложен. В то же время насморк, кашель, недомогание. И на больничный не пускают, потому что работать абсолютно некому. У нас, ребят, я уже говорил, да, 17 человек из, там, из 40 болеет. Просто некому даже работать. Так, ну что ж, давай, наверное, бомбанем. Ну зачем ты, сюрики? Я же хотел, блин, просто посохом звезднуть. О-о-о. Ксевер, ты что делаешь-то, парень? Опа-на. Это понижение меткости. Да иди ты. Ничего себе, он меткость мне понизил, что мы даже попасть не могли. Так, ну что, здесь, наверное, из гранатомета сразу им пирожок такой смачный. Ага. Блин, жалко мне валон на них тратить. Сделаем так. Ну и уже на добивку. Ой-ой-ой, что ты творишь-то, а? Что ты творишь, жук ты навозный? Скажи-ка мне на милость. И, кстати, вот эти вот Anvi Max и... как он там называется? Фейервекс, что-то, ребята, мне не помогли вот эти вот порошки. Нет, они помогли, но действие у них буквально вот полчаса. Вот я на работу брал эти пакетики, разводил в теплой воде. Полчаса вроде более-менее, а потом все опять заново. Поэтому как-то у меня пропало доверие к этим порошкам. Хотя раньше вроде бы как помогало. Может, подделки. Так, ну что я хотел сделать-то? Что сюда? Зачем я сюда пришел? А, ну понятно, сюда я пришел для того, чтобы прокачивать нашего слэша. Так, 6 джойстиков нужно найти нам. 6. Ну давай не жмись. Так, геймпады точнее, да? Так, один геймпад нашли, нужно еще 5. Но что-то я не вижу, чтобы нам тут прям от души, как говорится, щедротные давали эти геймпады. Джойстики выпадают. Слушай, геймпад, джойстик, нормально, пошло вроде бы все. Так, стоим бы. Я уже сбился со счету. Так, еще один. Отлично. Так, еще один. Плюс, блин, вот очки. Это будет сложнее, конечно, найти. Так, я уже, по-моему... ну, начинается, а? Да не туда, не туда нажал. Ну, что ты делаешь, а? Ну, что ты делаешь, Рей? Ну, серьезно. Завязывай давай. Что-то как-то все очень плохо. Все очень плохо с этими очками у нас. Еще игра периодически вылетает. Ладно, короче, не нашел я, да? Нужное количество нам. Давай еще одну попыточку. Все, хорош. Значит, нам надо еще 2 очка вот этих найти. Это уже в следующих сериях пойдет. Так, и поднять уровень персонажа. Сейчас я, наверное, не буду, потому что у меня не хватает мутагена. О, друзья мои, на турнирной арене разыгрывается слэш. Вот это круто, ребят. Ну, я бы не сказал, что это крутой перс все-таки, как по мне. Ага, ребята, смотрите, усиление технодрома, это на Кренга. Блин, классическая бойня. Это же на тех самых персонажей, которые нам нужны. Бибоп, Рокстеди. Вау. Кренг, ребят, я вам советую копить на Кренга. Если у кого-то нет Кренга, то бомбите и фармите. Так, ну что же, я, пожалуй, пойду и заработаю себе. Нет, подожди, давай мы сделаем это, наверное, попозже. Сейчас надо все-таки на турнирке немножечко подняться. И так, считай, понедельник я профукал, да, получается. Один день.
Когда я в последний раз был в мастерах, вспомни-ка, а? Месяца два назад, наверное. Я имею в виду в мастерах три звезды, а не просто в мастерах. Совсем расслабился, просто расслабился, ребят. Да как ты тут расслабишься, то болезнь, то еще что-нибудь. Это полярная ночь, она просто меня вымораживает, ребят. Постоянная темнота, вот это вот. Упадок сил просто нереальный. Просто, ребята, нереальный. Я себя чувствую, как выжатая тряпка, блин. Ты все время встаешь с утра, уже встаешь с утра, у тебя нос заложен, постоянно кашель. Такое разбитое состояние, ты приходишь в норму где-то, наверное, часов в 10, в 11 дня. Только приходишь в норму. У тебя начинают всякие боли то в спине, то в шее, то голова начинает болеть. Жесть. Потом этот еще кашель провоцирующий, который усиливает боль во всем организме. Знаешь, как старый-старый дед уже немощный, который рассыпается просто от любого движения. Просто такое впечатление, ребят, складывается. Как только наступает лето, все. Начинается расцвет организма, ничего не болит, чувствуешь себя великолепно, поэтому я ненавижу эту северную зиму. Особенно, когда ты всю жизнь здесь прожил. А как некоторые говорят, надо уезжать куда-то потеплее. Ребята, если мы уедем куда-то потеплее, мы там долго не протягиваем. Наш организм сразу, как бы тебе сказать, дает сбой и все, и туда, на погост, буквально моментально. Поэтому, кто всю жизнь прожил на севере, лучше ехать в среднюю полосу куда-нибудь. Там, я не знаю, Вологодскую область, Новгородскую, ну, куда-нибудь такую вот. Но никак не на юг. Это уж точно. Ладно, не будем плохом. Давайте продолжать играть. Истощение. Так, ну что, Ваньку быстренько мы зафигачили. Так и понятное дело, что у нас какой там 56 уровень на наших бойцах. Слушай, ну мы довольно неплохо сейчас двигаемся. Несмотря на вторник. Двигаемся очень даже хорошо. Так, 11-12 давай возьмем здесь. Уже 4 персонажа. Шикардос. Раз, два, три. 4. 56 уровней у меня персонажей очень много, поэтому... Я думаю, мы здесь пройдем вообще даже... Без сучка и задоринки. Стоило только... Леонардо бросить свою вот эту вот флешку на запрет хила. Так, ну что, 10-я позиция. То есть сейчас мы с тобой перейдем уже в следующий ранг, получается. Сейчас мы выберем. Раз, два, три, четыре. Погнали. Так, что у нас тут? Ну, давай дебаф сделаем. Сделаем дебаф плюс осколки. А Макман выстрел, кстати, да? Выстрел, но ненадолго его хватило, конечно же. Так, ну что, получаем с тобой элиту. 62-я позиция на элите. 12-13. 26-й уровень у противника. Ну, конечно же, мы их будем, ребята, разбирать всех на изи. 26 против 56, 30 уровней разница. Это на один зубок нам. Такс, Рокстеди теперь выжил. Выжил, но ненадолго. Погнали дальше. Блин, я думал, сейчас перейдем в элиту 2 звезды, но не тут-то было. Не потянули. Так, 12-14 берем. Раз, два, три, четыре. Блин, я уже хотел сказать 5. А мы пока еще выступаем четверкой. До 5 мы пока не добрались. Ну что, бросаем бомбочку. Так, слабовато будет бомбочка этого паренька. Слабовато. Надо было Макмана, наверное, нам. Давай-ка массовую сделаем. Лео красавчик, а этот жиробас все равно, ребята, выживает, а? Ты посмотри. Бибоп выживает. Причем довольно неплохо. Так, здесь у нас что? Давай 13-15 возьму, конечно же. Смотри, у них с 26 уровня, ребята, сразу же резко подскакивают до 30-31.
То есть, как бы, дают нам 5 персонажей, но уровень у них повышается сразу на 5-6 этапов, да? Ну, левелов, позиций. Так, хорошо. Давай-ка вызовем космический корабль от Леонардо. Вау. Нормально. Ну что ж, тогда продвигаемся дальше. И быстренько мы, кстати, тут двигаемся. Я думаю, еще поединок, наверное, и... Да, и будет у нас элита 3 звезды. Нет уж, давай-ка мне 13-15. Я говорю, 13-15 не давай. Вот. Что-то налил, ребята, цикория, а с сахарком переборщил. Вообще, сладкий-присладкий. Блин, ну отрываться уже не пойду. И пить невозможно. Так, ну что, бросаем с тобой. Опа, а заблокировали только двоих. Ну давай сделаем так, наверное. Так, минус троечка. Так, добили. И здесь тоже добиваем. Прекрасно. Идеальная победа. Никто даже и не сомневался в этом. И элита 3 звезды. Так, ну что, ну вот начинается. Пойду тогда налью кофейку. Так, ну что, я смотрю, прогрузилась, я как раз кофеечку налил. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Ну давай, погнали. Так, что же. Ну давай, наверное, сюрики бросим для начала. Угу. Ваньку вырубим. И вот так сделаем. Топ. Ну что, продвигаемся по чуть-чуть, но дальше. 29-я позиция. Окей. То есть самураи, да, сейчас уже будут. Будут у нас самураи. Раз, два, три. Кстати, уровень-то у них уже 40-37. Еще знаешь, что самое бесячее? Что температура постоянно держится 37,5, 37,8. Самая такая нудотная, честно говоря, температура. Она даже, наверное, хуже, чем 38, как по мне. Так, ну что же. Двигаемся тогда далее. У нас есть самурай. Самурай, одна звезда. Дайте мне, пожалуйста, 14-17, а? Ну, пожалуйста. Спасибо. Так, уровень 41, 38, 39, да? Ну, пока, я думаю, мы справимся. Пока. Так, у нас есть танк, если что. Ну, начнем с массовых атак. Единственное, что муха, да. Муха может захилять обратно их всех. А, мухи уже нету. Мухи нету. Ну что же, прекрасно. Погнали тогда далее. Интересно, мы сегодня успеем пройти до самурая 3 звезды? Ну, мне кажется, вряд ли. Не хватит бойцов у нас. Так, 14-17. Раз, два, три, четыре. Потому что мы уже с тобой берем 70-ники. А ты знаешь, если 70-ники идут, то уже близится к концу наша команда. Так, паутинки, я думаю, одной хватит, да? Нет. Недооценил я, конечно, немножко нашего паукуса. Паутинки не хватило. Но будь он сотым уровнем, за глаза бы. Просто бы пульнул бы разочек, и все бы тут рассыпались. Ну, нифига. Самурай 2 звезды еще до сих пор не дошли. Так, нет уж, давай 14-17. Ну, нафига вот вы делаете? Я же не проиграл. Почему вы сразу меня понижаете? Никак вот не могу понять принцип игры. Ты не проигрываешь, ничего не делаешь, они тебе бац, ранг ниже дают. Ранг ниже и, соответственно, ниже, меньше кубков. Опять же, друзья мои, не могу зайти в Дракону Саники Олха. Я не могу зайти, постоянно вот эта вот загрузка стоит и все. И никакого продвижения нету. Что происходит с играми нынче, непонятно. Так, ну что же, вот и самурай 2 звездочки. Так, мне бы, конечно, хотя бы до 3 звезд дойти, ну, было бы уже, наверное, нормально. Самурай 3 звезды, в принципе, неплохо. Это как обычно, мы с тобой заходим во вторник, да, начинаем играть, и мы уже с тобой в самураях. Ну, правда, мы там с тобой поднимаемся до Лиги Сёгунов.
А здесь вот нам всего лишь придется наслаждаться самураями. Но опять же, это не самый худший вариант. Так-с, продвигаемся на 43-е место. 14-17. Ну, тут уже шапочный разбор у нас пошел. То есть уже элита выступает. Так, ну здесь, я думаю, одного удара будет там. Кто у нас ходит? Нет, зэк одного удара, наверное. А, нет, хватило. Хватило, друзья мои. Зэк красавчик. Бросил бомбочку и все. И ребята расслабились. Так, и последний поединок для того, чтобы перейти в Лигу Сёгунов. Раз, два, три, четыре, пять. А потом пойдем на классическую бойню, конечно же. Ну, здесь, наверное, будем бомбить. Нет смысла здесь никакого уклонения ставить, потому что тут мы и так всех, как говорится, вольнем, замочим, да? Подобьем. И, да, самурай 3 звезды. Ну, 14-18. Раз, два, три. Ну, давай сделаем так, 4, 5. Ну, тут, я думаю, одного удара хватит массового, да? Тем более от супер-шреддера. Вот и все. Ну что же, я прошел, ребят, арену. Мутагена, не знаю, сколько получил, но должно прилично выйти. 36 тысяч. Давай-ка мы поднимем уровень, слышу. Нормально. 95 уровень. Да, забираем здесь ежедневки. И теперь я хотел пойти на испытание. Ну что, классическая бойня, да, получается у нас. Значит так, мы проходим этот поединок и второй поединок. В остальном нам там ничего не нужно. Нам нужен именно классический бибоп и... Подожди-ка, классический рок, кстати, он мне разве нужен? Мы, по-моему, его прокачали. Сейчас посмотрим. Я просто не помню, нужен ли он нам. Или мы бибопчика классического раскачали. Сейчас зайдем в магазин, посмотрим, кто именно нам нужен. По-моему, они нам оба нужны. Сейчас посмотрим. Так. Заходим сюда. Подожди, сюда. Так, ребят, ну, даже не знаю. Этот у нас полностью прокачан. И этот полностью. Так они нам не нужны. Нам нужны, получается, нам нужен только лишь вот этот вот Рокстеди. Пасхальный, да? И Пит, и Рокул. Все. Три персонажа, которых нам не хватает. Остальное у нас все есть. А я что-то по старой памяти думал, что они нам нужны. Нет, ребята, они нам не нужны. Поэтому здесь можно чисто фармом заняться. Так, подожди. Просто заняться фармом. Ну, фармом, естественно, жетонов. У нас их 315. Ну сколько мы здесь с тобой наберем? Ну, 150, по идее, должны собрать, да? Нам нужно 520 для того, чтобы приобрести одно ДНК. То есть 3 ДНК. На одного персонажа. Хорошо, хоть один телепорт тратится, да, сыра тратится много, но телепорт всего лишь один. Угу. Так, все. Заходим в магазин. В предметы. Так, 710. Пита, да? Пита же мы хотели прокачивать. Давай.
Будем прокачивать Пита. Да, долго-долго придется на него собирать, но по жетонам не очень много получается. Так, ну что, друзья, пока все на сегодня. Ареночка Прудина. Пофармили. Главное теперь не спускать, как говорится, усилий. И в конце концов уже нужно переходить в Лигу Мастеров. Три звезды и набирать, как говорится, осколки. Иначе мы так с тобой до Нового года не успеем. А мы уже не успеем, ребят, собрать. Только в следующем году мы получим 400 платиновых осколков. Да. И только в следующем году у нас кролики получат платиновый ранг. Ну да ладно, ничего страшного. Видишь, как у нас неудачно все сложилось. То болячки, то еще что-нибудь. То зимний период, то какое-нибудь обострение. В общем, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.